Образцовый театр танца «Бум» вернулся с фестиваля Winter Art Fest 2020 с целым букетом блистательных побед в разных номинациях. Соревнования проходили в украинском Хмельницком 8-9 февраля. Бендерские танцоры завоевали 7 призовых мест. Победители получили путевку в Польшу на чемпионат Европы по танцу «Modern Contemporary». И раз, два, три, четыре. Театр танца – это особенный коллектив. Здесь учат не просто танцевать, а говорить движениями. Тематические танцы, спектакли и театральные миниатюры. Но главное – это развитие детей, которые вынуждены подолгу сидеть за партами в школе и дома. Очень важно, чтобы ребенок двигался. Это может быть любой спорт. Танцы в этом смысле – это творчество. То есть ребенок имеет возможность самовыражаться. И, конечно, танцы и координацию развивают, и слух, и ритмику, и очень хорошо влияют на как-то эмоциональный фон ребенка. Поэтому, наверное, танцы – это хороший способ развития. И для здоровья, естественно, тоже полезно. С лучшими номерами на фестиваль из Хмельницкого танцоры привезли целый букет наград. 7 первых, 3 вторых, 1 третье. Свои призеры есть в разных номинациях конкурса. Абсолютная победа одержана в дуэтах. В групповых номерах танец «Чудеса Алисы» младшей группы стал лучшим. Основной состав юниоров победил с композицией «Племя». Мы ехали с танцем «Племя» на многие соревнования, и везде получали первые места, и вообще это танец о жертвоприношении богини Вая, племя. Они хотели, чтобы пошел дождь, они призывали дождь, и принесли и приносили жертву богине. Мы исполняли композицию дуэт «Contemporary», «Я и моя тень». Суть этого танца, как я понимаю, что у каждого человека есть своя тень, своя темная сторона. Нам понравилась эта тема, мы понимаем, о чем мы танцуем. Борьба тени с личностью окончилась не в пользу реального человека. Победили эмоции. Хорошо, что это только танец, но он учит справляться с трудностями и показывает то, что не объяснить словами. Терапия танца помогает жить, прощать предательство и делать человека сильнее. Сталкивалась с такой проблемой и закрывалась от общества еще больше. Но я все-таки считаю теперь, что нужно бороться с этим и выходить из таких сложных ситуаций, потому что невозможное возможно. Главную награду в сольной импровизации «Contemporary» получила Елизавета Кострова. В своей возрастной категории очень хорошо себя показала Ольга Бас, участница проекта «Сила танца». Сольным номером «Роза» на фестивале она завоевала второе место. Для юной танцовщицы это большое достижение. Мой танец о том, что роза должна быть такой вся, такой, с одной стороны такая плавная, а другой такая вся такая с характером и с поднятым носом. Чуть-чуть грубая и такая с колючками вся такая. Здесь учат работать в коллективе, развивают трудолюбие и помогают раскрыть себя как личность. Ведь танец на самом деле у каждого человека свой. Для нас танец – это, наверное, как жизнь. Ну, не знаю, мне лично, я себя чувствую комфортно в этом стиле, в этом танце. Для меня танец – это как расслабление и удовольствие. Победители по направлению «Contemporary» поедут на чемпионат Европы в Польшу. По словам руководителей коллектива, каждая такая поездка открывает новые грани характера и возможности учеников. За последнее время «Бум» подготовил несколько спектаклей «Маленькие феи» и «Серый плен». Впереди, как всегда, много работы. В планах подготовка пластических миниатюр для детей и взрослых. Всего в бендерской студии «Бум» занимается 80 детей разного возраста. Елена Росланова, Валерий Усвайска, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.